Так, вот на эту ставим сенца. Все. Молодцы. Развернули ее вот так вот. Да, вот против часовой стрелки. Пилот-воздухоплаватель Валентин Ефремов закончил экспедицию по местам силы «Вектор света» и посетил Уфу на своем воздушном шаре. А также он провел обучение полетам на воздушном шаре всех желающих девушек. Моя последняя экспедиция – это «Вектор света». В этой экспедиции меня пригласили наши ученые, академики. Сейчас опять возьмем вверх. Она заключалась в том, что свет, приходя на Землю, оказывает очень большое влияние как на людей, как на состав их крови, на растения, на животных, на события и все-все прочее. Ну и я, как пилот, воздухоплаватель, путешественник, они мне приходили, чтобы вот с высоты полета воздушного шара смотреть эту Землю, делать разнообразные опыты, делать съемки. Вот. И я был участником, и начал с экспедиции за Байкале, и вот сейчас тоже последняя точка, это точка Аркаим. Сегодня я нахожусь у вас в гостях, меня очень хорошо, приветливо принимает Уфа, принимает очень большое количество. Сегодня собрались много здесь людей, и особенно девчонок, и у нас с ними сегодня такой первый полет. Я провожу обучение полете на воздушном шаре. Я думаю, что в дальнейшем будет интересно, и они уже более, как говорится, будут ведущие для того, чтобы лететь на воздушном шаре. Сегодня у меня первый в моей жизни женский экипаж. Вот все вы сегодня будете участниками подъема воздушного шара. И приложите свои усилия, чтобы воздушный шар поднялся в небо. Ваша женская сила сегодня как раз кстати. Очень дружная команда, которая, видите, хорошо сразу выстроилась. Сейчас я объясню этой команде цели и задачи наши, и мы начнем работу. В 2005 году Ефремов первым в мире совершил беспрецедентный перелет на воздушном шаре, достигнув высшей точки планеты – Северного полюса, опередив американцев. В 2007 году Ефремову впервые в мире удалось перелететь Байкал на воздушном шаре. Разгадать тайну Бермудского треугольника Байкала пытались многие экспедиции. Перелететь через Байкал не удавалось никому. Аномальное движение непредсказуемых воздушных потоков над озером было причиной трагедии воздухоплавателей. Путешествие Валентина Ефремова к уникальным точкам планеты, будь то острова Карибского моря или пустыни Африки, жизнь в племенах аборигенов и встреча с филиппинскими хиллерами – это путешествие к вершинам человеческих возможностей, проникновение в суть бытия и определение своего места в мироздании. Своими путешествиями Валентин открывает миру величие и уникальность планеты Земля. Его научно-познавательные экспедиции уже внесли неоценимый вклад в дело освоения Арктики и Крайнего Севера.